Ну если счастье уже наступило, прошу заметить. Так, валим отсюда, мне уже вода бесит. И почему ты не хочешь выбираться? Все-таки он захотел выбраться. Такой. Да, все, я искупался, мне хватило, я пошел. Что? Ластинке, батун, нот, нот, мюзик. СВП. А, типа... То ли... Получается, что... Сундук тебе не открыть, типа там это... Значит, он капец какой крепкий, и... Оружием его не разбить, да? Ну хотя можешь попытаться, только я чувствую, если бы можно было, он бы не проходил бы сквозь него меч хотя бы. Миссия 14. Окей, Power-up. Ифрит. Метеор. И начинаем миссию. Я так понимаю, либо стены будут на меня идти, либо еще что-то. Хотя по логике вещей так примерно и будет. А еще по дыркам на полу можно определить то, что будут выскакивать шипы. Так понимаю, сейчас мы возьмем что? Щит, да? И мы дернули на какой-то фиг руку скелета. Ну, конечно, не на какой-то фиг, а чтобы открыть. Проход. То есть все-таки получается то, что не стены у нас будут идти, а пол будет двигаться. Ну, тоже неплохо. Еще, кстати, шипы с определенной периодичностью вылезают. Сейчас бы очуял бы, если миссия была выполнена. Снова вода, мне это не нравится. Давайте как-нибудь без воды, а. И без этих. А то еще какую-то обновленную версию мне воткнули. И вот тебе обновленная версия этого же врага. Разбирайся давай. И вниз его сбросить нельзя, вот это самое обидное. Так. Я так понимаю, у меня два варианта событий, да? В одном из них... Подъем наверх, да? Ну, не зря я возьму.
Так, а я могу отсюда спрыгнуть только? А, могу. Блин, я там синий осколок сферы видел. Но за ним уже не полезу. Отлично, использую 200 красных сфер. Как мне после этого жить? Ответьте, пожалуйста. Я так понимаю, нам дают просто отыграться, да? Для 200 красных сфер. А если бы у меня, кстати, не было сверху, а? Тогда что? Набивает иди, да? Хотя тут на по-любому были бы. Не просто же так засунули врага, да? Отлично, еще скажите то, что сейчас я дрался опять же ради этих красных сфер. Чтоб пройти дальше, да? Так, а что за предметик там, а? Ну-ка. Это снозис, да, делала. И сколько? 300, что ли? А, не 100. Такие, ну, мы тебе дадим, окей, узбагуйся так, да? И миссия выполнена! Окей, почему бы и нет? Окей, продолжим в следующей части.